Так, да, ну что, еще раз представлюсь, всем привет, меня зовут Коля. Так вышло то, что когда я подавался, я был в Литресе, сейчас я безработный, вот, поэтому будет очень прикольно послушать человека, который вроде ничего особо не делает, только вот по метапам катается, да, что-то там. Такая вот интересная типа карикатура. Значит, немножко обо мне, я пишу интерфейс-приложение на питоне, ну, на самом деле еще не только на питоне, еще пишу немножко на эликсире, был опыт искать. Продвигаю DD в комьюнити питона, как вы внезапно могли догадаться, эликсир, да, говорю, ребят, смотрите на другие языки, вот. Ну и, собственно, хожу по метапам конференции. По сути, вот тот человек, который обычно говорят, что он нифига не работает, он просто ходит, бухает где-то, там что-то рассказывает, в общем, непонятно кто, непонятно о чем. Вот. Тут, ну да, такой небольшой спойлер для тех, кто не в теме, меня как-то в прошлый раз спросили, а при чем тут вообще это Java в твоем докладе, непонятно о чем ты говорил. Так вот, для тех, кто не в курсе, это такой мем про DDD. Типа, когда люди затаскивают какие-то паттерны из мира Java, на него обычно говорят, что не пихайте свою Java в мой питон. Вот, собственно, доклад как бы немножко отсылка и ответка таким людям. Вот. Ну и чтобы вот как бы подвести к этой теме, такая небольшая история. Представим, что у нас есть какой-то, ну, типа стартапчик. Сидят там ребята такие, что-то пишут, все нормально. Потом сидят какой-то момент, чешут репу. Блин, что-то как-то сложно получается. Мы уже не разбираемся в коде, какая-то вакханалия, ничего не понятно. И тут приходит умник, который как раз, вот, знаете, такой тучер, типа, все время там, давайте раз, мы все перепишем, там, это затащим, то все. И такой, я тут, типа, прочитал, короче, ДДД, нормальная ровная тема. Все четкие ребята из Microsoft так делают. В общем, нам тоже надо. В интернете много примеров, статей, типа, сейчас все будет вообще по красоте, давайте сделаем. Ну и мы такие берем, отправляемся такой DDD-трип, короче говоря, на open-source площадку, на статьи, и вот как бы ожидание, то, что вот мы с свидетелем и Робертом Паттинсоном, кто найдет, кстати, его на картинке, потом обязательно пишите в чатик, вот, отправляемся, и вроде бы, да, должно быть все прекрасно, но получается в реальности примерно вот так. Вот, как бы не очень радужно, как хотелось, но как бы что поделать, ладно, закрываем глазки, как бы ныряем и понимаем то, что ну что-то как-то сложно. Ну то есть там говорят, типа там будет мир, дружба, жвачка, единороги, радуга и все такое, но почему-то какая-то фигня. Собственно, давайте разберем, какая именно фигня. Значит, я просто вот берете, открываете GitHub, вбиваете теги, там есть поиск по тегам, репозиторий, вбиваете DDD и Python, два тега. Значит, вот это слева, это пример Visual Studio, ну, ребята, от меня тут много студентов, наверняка Visual Studio как-то так или иначе застали, да, плюс еще у нас была там секция C-Sharp, насколько я помню, тоже должны знать. Вот, там обычно как, есть solution, и вот в solution какие-то свои там конфиги, еще что-то всякое муть, то есть там как бы у тебя, по сути, как один, ну, несколько проектов в одной какой-то папочке, как суперпроект, да, в питоне обычно люди так не делают. И вот есть уникамы, которые пытаются это как-то странным образом повторить, и, допустим, файлы зависимостей, конфиги начинают копировать по всяким разным папочкам. То есть как бы такой вроде монорепозиторий, а вроде нет, и вроде какой-то Франкенштейн, непонятно, что это такое, и очень неудобно и странно. А другие приколы бывают, вот допустим, посмотрим код уже, да, значит, есть какой-то паттерн мани, да, он основан по фаулеру, кто знает, тот молодец, как бы, да, значит, чувак хотел, видимо, повторить, и в DDD вот он хотел повторить value object, он такой берет, делает класс, типа, от него наследуется, но класс пустой. То есть, как бы, зачем, почему, не очень понятно, да, как бы, ОП во всей красе. Ну ладно, давайте пойдем дальше. Есть, значит, такая штука в DDD, как репозиторий. Типа слой вот DAO, который как бы отвечает за абстракцию над базой, вся фигня. И тоже вот очень классные примеры бывают, когда делают через миксины эту историю. То есть, допустим, делают один какой-то класс, который как бы реализация, там какая-то логика с библиотекой, которая входит в базу, и второй какой-то класс, который такой, типа, просто абстрактный сам по себе, который как бы вам что-то должен рассказать про бизнес-сущности. Вот. Когда ты открываешь уже X и смотришь дальше, ты понимаешь, что там есть еще абстрактный класс. То есть, ну, вот постарайтесь сейчас не запутаться. Первый класс, у него два, значит, класса родительских, это миксины, да. У того, значит, первого класса еще один родительский класс. И вот у другого примерно такая же история. И они просто вот повторяются методы, при этом в одном классе получаются методы с ровно таким же интерфейсом, но там пустое тело метода. В других случаях почему-то raise not implemented error, типа чтобы ударить разработчика по рукам. Что мешало сделать один класс или там хотя бы два, или еще как-то, в общем, непонятно. И задается как, ну, в общем, много вопросов к таким ребятам, к такому коду в принципе. Вот. А самое грустное то, что люди смотрят вот такой вот код и потом думают, что это вот DDD-шники вот так вот пишут, и типа, ну вы что, идиоты нам DDD затаскивают. Вот. И вот я это вижу обычно примерно так. То есть есть ступенька с ОП, есть Solid, есть Ягни, да, вот эти принципы, есть DDD. И чуваки просто вот как бы, они забили на все принципы ОП, Solid и так далее, и сразу такие, ну, в светлый мир DDD. Как бы. Мы не знаем, что такое ОП, но вот DDD нормальная тема. Вот. И получается то, что получается. Вот. Ну, естественно, плохо получается, потому что становится еще хуже, еще сложнее, еще непонятно, как бы, и дай бог, если будет где-то у людей там знакомый или чел в команде, соседний, который придет, скажет, ребята, ну, как бы, это немножко вы не так делаете, вам надо DDD просто уметь нормально готовить.
Вот, собственно, сегодня мы немножко рассмотрим некоторые такие небольшие рецепты о том, как готовить некоторые штуки в DDD, чтобы это было не так больно, и чтобы разработчики, которые, ваши коллеги, там, не знают DDD, они вас не хейтили, не говорили, что все программисты, которые используют DDD, это идиоты, какие-то карго-культы, в общем, и вообще не надо с ними разговаривать и жать им руку. Вот. Значит, первое, о чем мы поговорим, это единый язык. Если вы откроете YouTube, вобьете какой-то, ну, вообще просто DDD и что-то там программирование, любой доклад будет начинаться именно с этого. Везде будет единый язык, очень важно, да, единый язык. Я уже говорил, что единый язык. Вот. Вот постоянно, поэтому я особо не буду даже на этом акцентироваться, плюс у меня на самом деле были слайды, которые как бы с прошлой работы, а я уже, сами понимаете, безработный, ну, как-то не очень красиво, я не хочу, чтобы на меня жаловались. Вот, поэтому словами. В чем фишка? Когда вы общаетесь с аналитиком, с продуктом, в общем, с кем-то, кто вам ставит задачи, объясняет, чувак, я хочу вот эту хотелку, вы стараетесь повторить это в терминах точно так же и в коде. Да? То есть вы, ну, банальный пример, там, допустим, какие-нибудь, типа, вот комментарии, там, не знаю, YouTube или какой-нибудь форумы, да, у вас есть, допустим, первый уровень, есть вложенный и так далее, и так далее, и так далее. Там, ну, Reddit, например, какой-нибудь, да. И на английском, например, вы можете как-то, вы можете написать комменты, вы можете написать там ревью, например, да, если это у вас там как-то с отзывами перекликается, можете написать recensions и так далее. То есть, вы смотрите, у меня уже как минимум есть три варианта написать там перемены, да, объектов, и какой из них использовать. Вот. И вот, а на русском это вроде просто называют комментарий, ну иногда отзывы. То есть нужно об этом заранее договориться, желательно и разработчикам, там, и фронта, и бэка, и там, мобилки и так далее, и в том числе вашим там, продуктам-аналитикам. Вот. Ну, очень банальный пример, есть посложнее, там, особенно там, вот у нас, допустим, были приколы абонементы, подписка, зачастую это и там называется на английском subscription, но вот у нас это разные сущности были, приходилось изворачиваться. Вот. Поэтому тут просто такой, как бы, ну, список лайфхаков, да, то, что единый язык — это штука, которая упрощает коммуникацию. То есть вы когда со всеми договорились, что вот, ребята, вот эти термины означают вот это, все понимают. Вам не нужно каждый раз как бы себе транслировать то, что в терминологии вот этого чувака это будет у нас вот так вот. Ну, это больно. То есть вам приходится каждый раз как бы касить значение, это не очень круто. Вот. Потом они сокращают документацию. Опять же, да, вам не нужно писать 100-500 определений. Ну ладно, не 100-500, но, допустим, там 3-5 вариаций. Да? Их можно заменить на одну. Если можно, ну, заменить, и будет классно. И в коде будет документация, как бы все понятно. Да, одно слово, один термин. И в продуктовой документации. Вот. Ну да, вот банально в коде легче ориентироваться. То есть вы, допустим, приходите там на проект или вам нужно сделать какую-то фичу, с которой вы не работали. Но вы знаете то, что вот чуваки там, допустим, в продукте объясняют там какие-то вот термины. Ты просто вбиваешь этот термин на английском, да, или там посмотрел в какой-то продуктовой доке, как его там обзывают, гребаешь по коду, находишь, где лежит эта фича и все, что с ней связано, все прекрасно, можно как бы дальше ориентироваться, разбираться. То есть не нужно идти 100-500 раз спрашивать, как бы, а где вот это лежит, а как найти, а почему там и так далее. То есть типа, можно самостоятельно найти какие-то связи, все, что нужно. Вот. Ну, использовать это стоит, как бы, когда появляется вот как раз много обозначений. Вообще в презентации у меня будут такие вот, как бы, типа лайфхаки, ну, как это, моменты, как бы, когда что использовать. Вот. Но это не самая интересная, на самом деле, часть доклада. Вот. Плюс я заметил то, что у нас много... Даже много, да, тут студентов, не все, наверное, даже знают, что такое DDD. Вот, поэтому самое интересное про код в Python, наверное, поговорим. Вот, значит, value objects, да, объекты значения. В общем, DDD есть такая тема, то, что есть вот, мы обычно, ну, как изначально, когда мы изучаем программирование, ну, вот классы и классы, как бы, там, что-то, какие-то связи, что-то там, OOP, как бы, все. Ну, ничего сложного, вот. А потом умные дети, когда пишут сложные enterprise-приложения, они начинают как-то их классифицировать. Вот. И один чувак, он такой как-то придумал там лет 20 на то, что давайте мы, в общем, будем одни, значит, сущности, которые как-то изменяются, мы будем называть вот сущности, типа entities. Вот. И там у них будет какая-то сложная логика, поведение, в общем, всякое такое. А всякие тупые штуки, которые нужно просто провалидировать, что там какой-то определенный диапазон значений, это будут объекты значения. Вот. Они будут иммутабельными, нельзя будет поменять их состояние. Если они по полям, да, совпадают структурно, то они эквиваленты, то есть можно их сравнить между собой очень удобно. Вот. И у них нет идентификатора. То есть обычно вот у сущностей каких-то бизнесовых у них всегда есть какой-то ID. ID пользователя, ID его транзакции, ID его заказа, ну и так далее. Да? Там корзины, может быть, какой-то связи и тому подобное. Вот, собственно, вот зачем, ну, когда это может понадобиться? Вот давайте пойдем с такого простого примера. У нас есть какая-то функция, и у нее есть два параметра. User ID и Order ID, да, какой-то там заказ юзера. И вот мы, ну, хотим вызвать, передаем, и вот тут видно, что есть ошибка. Я случайно вот перепутал там местами, например, да, или я передаю вместо инта строчку. То есть вот если у меня есть MyPy, есть пользователь типа, мне, в принципе, это скажет об ошибке, как бы я замечу, все хорошо. Если у меня перепутанные аргументы, мне MyPy уже, например, ничего не скажет, то есть мне ни DE-шки, никто не подскажет, что я лох, я перепутал там параметры, например, да. Я тут даже слайды, кажется, перепутал на самом деле, но никто не заметил.
Вот. И в принципе можно сказать, что ну как же так, Коль, есть в Питоне именованные аргументы. Ты добавляешь звездочку, и тебе теперь придется вот, вот так вот писать, типа прям через равно, то есть будет видно по неймингу, что вот какой параметр куда передается, все явно, все четенько. Но никто не застрахован от того, чтобы вот так вот перепутать. Особенно, когда у вас IDE-шка, вы вбиваете что-то, потом просто тап кликаете после двух символов, оно само подставляет. Вообще, вот на удивление, такая распространенная штучка. Вот. И тут на помощь приходят типы. В Питоне обычно, когда классический вот, ну, вариант решения такой проблемы, это new type из модуля typing. То есть вы создаете как бы такой как бы новый тип, который на рантайм никак не влияет, он вот чисто для MyPy, ничего больше, по сути, это все равно обычный int. И вроде бы все хорошо, да? Но на самом деле он не особо спасает, потому что вы также можете передать какие-то невалидные значения. Да? Как бы развиваем идею дальше. Можем, допустим, у нас есть какой-то идентификатор, а это у нас как бы ну, в базе, это же там от, ну, от единички как бы что-то и выше, мы можем передать 0, можем передать там какое-нибудь отрицательное число, еще что-то. Оно ну, также пролетит спокойно, MyPy такое не следит, как бы очень грустно и плохо. Вот. Что можно сделать? Как бы? Ну, можно, наверное, подумать и попробовать добавить какую-то валидацию к этому типу. Да? Ну, логично, логично. Вот, примерно вот такая штучка получается. На вид может показаться, наверное, немножко страшно, потому что на большом экране, вот, но на самом деле очень мало кода. Как бы, какая есть идея? То, что мы берем наш int, допустим, ну вот мы хотим, да, там, для ID-шника взять, минус int. Мы берем этот int, просто берем, переопределяем, да, как бы расширяем этот класс через наследование и добавляем валидацию при его локации, как бы. И все, то есть как бы никаких проблем. То есть вот мы хотим какой-то теперь отдельный тип, с одной стороны, да, какой-то, и при этом есть валидация, которую мы хотим. Как мы это можем потом использовать в рантайме, да, как бы что там? Ну, вот я, допустим, сделал именно как базовый какой-то класс, и я хочу просто для разных ID-шников разный диапазон, потому что, опять же, у меня там есть база, у меня есть какие-то таблицы, которые очень большие, есть какие-то маленькие, да, у них диапазоны разные, значения разные, всякое бывает. Вот, и я вот таким образом через наследование это конфигурирую. Вот, и все. И дальше я потом использую, как в принципе я бы использовал new type, но при этом у меня уже есть валидация, и что самое классное, она не влияет, если я как-то использую, ну, вообще обращаюсь как-то к этому элементу потом. Потому что некоторые люди, они вот за new type, допустим, топят, то, что вот он не влияет на runtime, значит, типа быстрее, performance классно, в общем, все здорово. Но такое решение на самом деле тоже никак не влияет. У вас int, это как бы он как один раз аллоцировался, так он остается. Вы эту проверку один раз добавили, где-то там прям в его классе, и все. Вот. Ну и, собственно, тут вот я вывел ID-шники объектов памяти, видно, что они одинаковые, то есть объект никак не перелоцировался, это не новый объект, ничего такого с ними не происходит. Вот. При этом, если передам какое-то невалидное значение, мой код, вот, который валидирует, скажет мне то, что чувак, ты как бы что-то фигню делаешь, как бы у тебя под диапазон не подходит, давай нормально пиши. Вот. А еще хотелось бы такие штуки засовывать в спецификацию API. Вот. Кто знает, что такое API, кстати, поднимите руки. О, много, классно. Вот. То есть, да, ну, раньше старое название Swagger, сейчас OpenAPI принято называть, то, что вот FastAPI, там, Pydantic, вся стильно, модно, молодежно. И вот хочется тоже не дублировать это, постоянно поддерживать, да, а чтобы оно как-то вот, ну, вот, магическим образом автоматически само подтягивалось. И такое тоже можно сделать, опять же, если у нас есть какой-нибудь Pydantic, да, у Pydantic есть, вот тут есть, есть ссылочки, презентацию может быть потом скачать, прокликать, фоткать не обязательно. Вот. У него есть интерфейсы, скажем так, да. Если мы берем какой-то класс, который не обязательно, причем наследует от Pydantic, мы просто поддержим такой же интерфейс, и это будет работать в схемах вот с Swagger. То есть мы берем наш какой-то базовый класс, добавляем валидацию, добавляем вот эти вот интерфейсы, говорим ему примерно, ну вот как там валидировать, и у нас это появляется в Swagger. Офигенно. Вот, то есть, и у нас получается, да, вот упаковка ошибок будет через Pydantic, то есть со всеми его структурками будут значения в OpenAPI, и у нас самое классное, нету явной зависимости от библиотеки Pydantic. То есть мы можем ее вообще не ставить, можем ее удалить и так далее, и при этом наш класс все равно будет выполнять свою задачу. Вот. А это очень важно, когда мы пишем код вот, как бы, по какой-то там чистой архитектуре, да, вот это все, потому что первое правило вообще таких архитектур, когда вы пишете Enterprise, то что у вас есть какой-то доменный код, прям очень доменный, или какие-то базовые структуры, которые вы используете во всем проекте, они не должны зависеть от сторонних каких-то вот там библиотек, фреймворков и прочего, потому что они будут меняться, у вас приложение будет жить очень долго. Для тех, кто вот, бывают люди, которые говорят, да, господи, фигня, у меня фреймворк дольше проживет. Ну, чтобы вы понимали, есть приложения, которые вот там, допустим, 5 лет, да, писали, то это еще мало, а есть, которые 20 лет и 30 лет. Как, посмотрите на тоже Инстаграм, посмотрите на даже некоторые российские вот такие вот компании. Да, там может быть не все на питоне, но тем не менее. Вот. И сейчас, когда ты приходишь и понимаешь, что ребятам надо переписывать на новый стек или там как-то развивать, или там нужны новые библиотеки, они не могут это сделать, потому что они уже зависят от чего-то старого, опять же, фреймворка, либо архитектуры и так далее. Вот.
Ну и, собственно, вот был пример у нас до этого там же про money, да, с open source. Давайте поговорим немножко про денежки. Чего там можно сделать такого интересного? Ну, опять же, наверное, многие знают то, что вот Decimal очень странно работает в питоне. Когда, ну, если мы хотим читать точно, типа не на flow, тогда там с вот этой плавающей запятой, непонятным округлением, да, мы там что-то серьезное, мы используем Decimal. Ну, в принципе, во всех языках, как правило, есть такой класс. Вот. И у него интересная фигня, то, что если мы передаем туда какой-то float, то там вот такое безобразие, то есть он как бы не то чтобы округляет, как мы передали, он там вот из-за, скажем так, особенностей хранения флоутов делает на самом деле не совсем, ну, не то точное число, которое мы хотим. И решение этой фигни заключается в том, что обычно все оборачивается в строчку. То есть вы пишете decimal и берете туда строку. Если у вас, допустим, опять же, там из API-шки, из базы приходит именно флоут, его нужно сконвертить в строку. И вот это вот все каждый раз, ну, немножко неудобно писать. Плюс люди на самом деле забывают это писать. Очень часто видно на ревью, когда, допустим, сначала там была какая-то константа, ее зашивали строкой. Потом поменяли на какое-то значение, которое откуда-то достается, скастовать к строке забыли, а потом были на отчеты, у нас там как-то вот несколько рублей не сходится, что-то юзеры жалуются, ну как-то нехорошо, или там тесты падают, да. Давайте попробуем поэтому, чтобы решить эту проблему, написать свой вот этот объект значения, ну для денежек. Как это можно примерно сделать? Ну, сначала мы начнем не вот как вот это фоллерское там про money, а попробуем абстрагировать, ну как бы сделать какой-то вот такой типа фасад, да, объект, именно для сумм, для вот самой чиселки, скажем так. Вариантов, опять же, несколько. Ну, в том варианте мы смотрели про наследование, но можно в целом и через композицию на самом деле. Да, то есть заметьте, что тут нет никакого родительского класса. Я просто decimal создаю в конструкторе и вот его храню, к нему так обращаюсь. Вот. С одной стороны, это, ну, как бы я... И минус, и плюс, то, что нету метов, которые есть в decimal, вот, потому что много всяких метов для округления, еще чего-то, но по чесноку как бы никто не знает, как их использовать. Вот, то есть это вот отдельная история, все открывают документацию, или кто-то случайно узнает от кого-то, что там, оказывается, есть какой-то такой вот метод, который именно так округляет, но очень сложно. Вот, и иногда бывает, что какие-то вот вещи имеет смысл сделать именно через композицию, и, ну, не через наследование, чтобы вот эти вот методы как бы не давать им доступ и делать свои какие-то обертки. То есть, допустим, мы хотим проверять как-то, что значение нулевое, да, то есть у decimal есть там, zero, мы берем просто так же, проксируем это из zero. Мы хотим конвертить flow, берем, конвертим flow. Да? То есть мы оставляем только то поведение, которое хотим. Вот. Ну, соответственно, да, вот убираем дублирование и только нужное поведение проксируем. Вот. Но при этом здесь вот как раз мы можем использовать наследование немножко в другом ключе, мы можем расширять это поведение, опять же, так, как мы хотим. То есть, например, у нас ситуация, у нас там есть какой-то баланс юзера, да, он может быть отрицательный, например, там человек взял долг или еще что-то, да, но у нас есть товар. Товар не может стоить отрицательно, как бы, да, мы не хотим работать в минус, непонятно, как код будет работать, мы хотим это явно как-то проверить. И мы можем расширить наш вот этот класс и добавить валидацию уже на другой диапазон значений. Вот. Соответственно, в коде у нас будет... Простите, я уже не помню, на самом деле, что у меня там в слайдах, я так на ходу вспоминаю. Вот. Можем использовать разные типы состояний, и мы, опять же, вот эту вот логику, да, мы ее не дублируем, мы вот изменяем, как бы... Мы не изменяем исходный, мы только расширяем. Вот, поэтому никаких у нас сайд-эффектов из этого не возникнет. Ну и если мы говорим про деньги, всегда с деньгами есть валюта. Да? То есть как бы, ну, нельзя складывать как-то вообще работать чисто просто так, да, когда мы работаем с товарами, с какими-то вычислениями такими, без валюты. Вот. Обычно, ну как это может быть? Самый простой вариант как бы на словарях. Да? Но согласитесь, неудобно каждый раз вот так вот, вот как-то проверять через ифы, доставать эту валюту, сравнивать. Но хочется как-то попроще. Вот. И вот тут уже можно как раз прийти к вот этому объекту money, да, который вот Фаулер, по сути, уже там давно, как бы, давно изобретен, но питонисты вот свой велосипед перезапретают, как обычно. Вот, что у нас здесь интересного? Ну, во-первых, это дженерик, да, потому что вот опять же, как мы рассмотрели вот эти вот амаунты, мы можем их делать разными, с разной валидацией, с разной вот какой-то такой логикой. Вот, поэтому делаем вот дженериком. Ну и при этом у нас есть какой-то намчик для валют, потому что мы там, скорее всего, не все валюты поддерживаем, да и с строчками как-то тоже не круто работать, хочется какой-то валидации. Вот. Ну а чтобы меньше кода писать, и эта штука была иммутабельной, делаем дата-класс и накидываем там как раз атрибут frozen, чтобы этот класс нельзя было как-то изменить его состояние, то есть мы один раз лоцировали, у него все так и осталось. Ну и слос просто как бы такая как бы спичковая оптимизация, скажем так. Вот. Что у нас тут прикольного, да, получается, то, что мы можем, опять же, да, как я сказал, комбинировать по-разному, то есть можем с отрицательными, не с отрицательными, как хотим, опять же, да, можно какой-то специальный диапазон для каких-то товаров. Вот. И при этом у нас контейнер не зависит, опять же, от этих реализаций. То есть ему на самом деле пофигу, чего мы туда засунем, он дженерик. Он примерно понимает, что ну, там вот какой-то имаунт это должен быть, как бы у него все равно интерфейс будет такой же, ну, у всех его остальных, да, дочерних элементов, и оно поэтому у меня будет заработать замечательно.
Вот. Ну и, в принципе, можно примерно так же дальше его дописать, то есть можно прям эти объекты, допустим, между собой складывать. И это очень удобно в коде получается, потому что вам не нужно как бы из него доставать какие-то объекты, да, вы просто даете этот объект и говорите, вот я хочу вот этот мани сложить с этим, там, типа 200 рублей плюс 500 рублей. Вот. И здесь же заодно добавить логику сразу, то, что проверка вот этой самой валюты, да, то есть нам не нужно писать if в нашем бизнес-коде, мы просто пишем то, что у меня есть вот эта сумма и вот эта, я хочу там, не знаю, типа скидку вычесть, да, из итоговой суммы, или я там хочу какую-то наценочку сделать, бонус, еще что-то, ну вот, и я не парюсь. И при этом, если там, допустим, валюта не сходится, мне объект выдаст ошибку рантайма, скажет то, что я криворукий разработчик, как бы иди исправляй. Вот. Да, спойлер, если что, есть ошибки, которые они как бы не для прода, они для разработчиков. Вот это для разработчиков. То есть, если она упадет, это значит то, что где-то что-то вот как раз нужно проверку или кассу не добавили. То есть, это чтобы, ну, такой последний рубеж, скажем так, защиты. Вот. Ну и при этом можно делать вот такие вот, скажем так, типа фабрики, да, или там фабричные методы, потому что когда у тебя там, пусть даже тут два параметра, да, не всегда удобно каждый раз передавать какие-то дефолтные значения, то есть если, допустим, у нас магазин как бы на СНГ аудитории, у нас все скорее всего в рублях. Мы, ну, скорее всего, считаем все в рублях, мы какой-нибудь роялти платим там в рублях, кредиты там, еще что-то, в общем, какие-то всякие операции проводим в рублях, и имеет смысл просто поставить один раз этот дефолт, и все, и не париться. Вот. Ну, опять же, да, какую валидацию такую хотите здесь можно. То есть таких методов может быть на самом деле много. Могут быть какие-то дополнительные методы, чтобы именно из там, каких-то определенных типов данных, да, достать, создать этот объект и там добавить каких-то либо больше проверок, либо меньше. Тоже там будет влиять на перформанс. То есть очень все гибко, очень все можно под себя тюнить. Вот. Ну и самое вкусное, да, то, что когда мы пишем уже наш какой-то бизнес-код, вот, допустим, у нас есть какой-то метод, который применяет скидочку, и мы пытаемся туда передать вот этот объект денег, но который с базовым аутом. А базовый аут, он может быть отрицательный. И MyPy это заметит, он скажет, что, чувак, у тебя там вообще-то функция, она принимает как бы объект, который только с положительными числами, да, или там, ну, как минимум, не отрицательными, там, ну, типа 0 и прочее. Вот. А ты пытаешься туда там передать какую-то фигню, ты проверку забыл где-то сделать, иди исправь, как бы непорядок. Вот, собственно, что тут в итоге можно сказать, да, то, что используйте структуру данных, которые делают невозможным вообще создание некорректных состояний. То есть, вот опять же, если у вас где-то в коде появляются вот эти вот проверки типа if что-то, это, знаете, вот частая история, когда, особенно в старом коде каком-нибудь, когда люди используют список, там, массив, и начинают проверять на вхождение какие-то элементы. Ну, как бы в питоне вы, очевидно, скорее всего, возьмете set. Вот это примерно похожая история, просто тут, ну, становится чуть-чуть посложнее. Но аналогия, в общем-то, такая же. Вот. Если какой-то одной структуры данных не хватает, не надо ее насиловать, не надо пытаться все в нее засунуть. Да? Возьмите просто две, три, сделайте разные, сделайте наследование, сделайте просто разные структуры, которые никак не связаны между собой. То есть, ну, как бы не нужно какой-то такой, не нужно упарываться, скажем так, и делать какой-то год-объект, который все умеет, все знает. Вот. Ну и, собственно, такая, да, капитанская очевидность, да, то, что хороший код, он, ну, хорошие структуры, они как бы упрощают код, да, а вот когда вы пишете хорошие типы, да, вот именно вот эти вот объекты, они в целом упрощают чтение, вы читаете уже не какой-то, ну, знаете, как можно разделить условно код, вот когда он бизнесовый, ты читаешь, как будто вот тебе аналитика описал. Бывают там такие вкрапинки, когда вот как раз всякие побитовые сдвиги, там, ифы, посмотреть на какой-нибудь там, не знаю, как, символ какой-то там строки, еще что-то, более низкого уровня операция. Вот, то есть если у вас код начинает тут смешиваться, то вот, скорее всего, там есть как раз какой-то элемент, который можно вот эту вот низкоуровневую операцию вынести в какой-то такой объект значения или в какую-то подобную логику, чтобы основной ваш бизнес-код читался как бизнес-код, он читался как вот какое-то именно продуктовое описание, скажем так, без вот этой вот ну, щепотки программиста, скажем так. Вот. Ну и когда это все использовать, да, то есть когда у вас много вот как раз данных, которые нужно много где проверять, то есть вот у вас есть как, ну вот опять же, да, с деньгами что-то было. Вы хотите что-то применить, вам нужно каждый раз проверить валюту или проверить то, что там эта сумма, она положительная вообще и так далее. Чтобы вот эти ифы везде не распихивать и не вспоминать, а где они есть, а учли мы это тут, просто засуньте это в саму структуру, и она все сделает за вас. Что-то он опять не хочет переключаться. О, ура. Ну и такая тоже очень, наверное, холиварная тема, часть моя любимая, это исключения и типы. Вот. Кто вообще, скажем так, знает больше двух способов обработки ошибок, допустим, в питоне? Вот помимо исключений, давайте так, кто-нибудь что-то знает, что еще можно использовать? В общем, лес рук, я понял, ладно, сейчас разберем. Ну, смотрите, классический, скажем так, класс по там, DDD чистой архитектуре. Есть какой-то сервис, да, опять же, если вдруг кто не знает, что такое там DDD и прочее, это некий класс, который отвечает за логику приложения. Да, то есть там вот как раз наши вот эти вот бизнес-правила и прочая штука хранится. Вот. И есть репозиторий, который как раз отвечает, ну, по сути, это как обертка над базой, да, то есть вот штука, которая нам как-то мапит объекты из базы, таблички в наши объекты. Окей. И у нас есть метод какой-то, получить, значит, заказ по его идентификатору.
Собственно, тут всего две строчки, да? Как вы думаете, что здесь может произойти? Может какая-то ошибка тут произойти? Так, ну вот я, в принципе, слышал правильный ответ, слышал больше одного, что меня удивило. Вот, да, смотрите, то есть если мы зайдем в этот метод, мы увидим то, что вообще здесь есть exception, то что да, типа заказ может быть не найден. Но если мы, когда смотрим, так, верните, пожалуйста, да, вот, когда мы смотрим этот код, мы это не понимаем, ну как вообще не очевидно, то есть представьте, что это будет не заказ, а какая-то сущность, с которой вы мало знакомы. Просто заказ, как бы, ну, всем, ну, такой понятный термин достаточно, да? Мы все, как бы, сами логически понимаем то, что это, там, скорее всего, какой-то, там, заказ курьера или еще что-то, и он, ну, его может не быть, может быть, какая-то ошибка, там, 404 надо вернуть и так далее. А если это что-то более заковыристое, как вы узнаете, это, там, валидный сценарий или невалидный? Непонятный. Приходится вот так вот залезать в код, смотреть, что там под капотом, хотя, казалось бы, это штука, которая вроде просто прослойка над базой. Как бы, ну, не очень круто, не очень удобно. Вот. И получается, что линтер это не видит, да, то есть мы не можем это как-то автоматически проверить, нужно только ручками, только там тесты написать, еще что-то. Вот. И приходится это смотреть углазками. Вот. Другой пример, когда это тоже делает больно, тоже, вот, казалось бы, валидный сценарий, мы хотим получить заказ, и мы хотим получить какую-то юзерскую скидку, чтобы применить ее к этому заказу. Но мы понимаем, что у нас как бы, в большинстве случаев не будет там 404 на заказ, да, то есть, ну, скорее всего, у нас уже есть какая-то валидация где-то, и, скорее всего, эта операция и так пройдет, все это не будет окей. Но со скидкой же тоже такая фигня, там ее тоже, она может быть. Может не быть. И вот представьте, мы там возвращаем такой же, ну, резюме исключения, да? А у нас здесь асинкайо гэзер, то есть мы запускаем эти две корутины, ой, это, кстати, я забыл, ну ладно. Вот, мы запускаем их как бы конкурентно, и получается, если у нас вдруг там вылезет исключение на вот этом дискаунте, он положит, собственно, другую корутину, в общем, все тут упадет. Хотя, казалось бы, это валидный сценарий. И вот чтобы такого не было, нам приходится как-то начинать возвращаться. Нам нужно либо вешать как-то весь, ну, на весь этот метод try except, но тогда нужно как-то будет повторно доставать order, потому что он будет внутри этого try except, потому что gather. Либо нужно делать какую-то обертку над этой ну, над этим методом, да, который получает скидку. Там ловить исключение, возвращать какой-то там, типа, явный на это исключение. Или в Gather засовывать параметр return exceptions true, чтобы вернулись либо исключение, либо результат, через там if из instance еще чем-нибудь такое обрабатывать. Ну, в общем, сложно. Сложно и геморно получается. И как-то страшно. А, ну и да, вот, собственно, как выглядит этот дискаунт, да, то есть вот такой же какой-то дискаунт not found. И получается, что у нас прерывается сценарий, мы должны делать обертки, и, в общем, вообще это все невкусно, неприятно, приходится как-то извращаться, а если у вас такого кода много, ну, вообще не очень. Как можно с этим, скажем так, как можно это обойти? Ну, вообще есть NaN такая штука, вот Java-разработчики или там шарписты, они придут сейчас, скажут, что, Коля, ты дурачок, ты что людям советуешь? Как бы, вообще-то, ну, NaN это все вот, скажем так, от сатаны, это нельзя использовать, все это знают, null pointer, exception и так далее. Но есть маленькая разница между Java и Python. Java — это как бы старый, немного убогий язык, который он не может как бы как тип определить. А Python может, несмотря на его убогость типов, вот, который еще более убогий, чем Java, но это другая история. Вот. И мы можем заменить, вот, допустим, у меня тут алхимия, да, я меняю исключение на «верни мне результат, да, который я хочу там, получить запросом», либо просто «верни NaN». И тогда у меня основной код, вот этот, да, бизнес-логика у меня меняется вот на такую. Я просто добавляю один маленький if, если дискаунт возвращается, я применяю, собственно, скидку. Все. Ну, в принципе, достаточно явно получается. У меня MyPy это может проверить. Вот. Ну, на самом деле, тут тоже я немножко вру, потому что с Gather у него плохо с типами, он не всегда может проверить, нужно явно такую штуку указывать. Вот. Но в остальных сценариях, опять же, он это сможет проверить. Вот. И получается, как бы, вроде бы все четко и прикольно. Но бывает и обратной ситуации, когда люди делают NaN, такие думают, ну, тут в принципе он по логике подходит, будет нормально, а потом оказывается неудобно. Вот у нас как-то был такой сценарий, мы вот как раз сделали денежки для, только не заказов даже, а для, скажем так, для каких-то итемов, которые продаются. Вот. И, ну, как бы логично, то, что если какой-то там товар, он бесплатный, то можно его цену как бы не возвращать, а просто NaN вернуть, казалось бы, да? Ничего сложного. Когда нужно какую-то пачку таких штук обработать, выдать списком, ну, окей, как бы ладно, мы это просто по флагу из free это все в цикле уберем, нафиг пропустим, и будем работать дальше уже с нормальными объектами, которые с какой-то ценой. Но MyPy, блин, тупой, опять же, он не понимает этого. То есть для него вот этого вот кусочка с ифом просто не существует. Он такой, ничего не знаю, как бы вот ты там, у тебя optional, у тебя там может быть NaN, иди проверь. Вот. И приходится, опять же, либо добавлять эти ифы повторно, ну тогда зачем нам вот эта вот строчка непонятна, то есть мы, ну, ухудшаем свой перформанс пусть чуть-чуть, либо приходится делать касты, либо игноры. Ну, в лучшем случае, конечно, касты, да, как бы чуть, ну, более явно получается.
хотя бы не Нивы, не в конкретный тип. Но все равно больно и неудобно. Вот. И это вот тот случай, да, когда как раз лучше сделать исключение. Ой, чуть переборщил, да. То есть оно здесь было бы более явное, оно бы ударило разработчика по рукам, при этом вам не приходилось писать вот эти вот какие-то, скажем так, костыли с кастами, игнорами и так далее. Потому что на самом деле там все равно у вас код будет одинаково работать. То есть у вас все равно и там есть проверка в обоих этих вот как бы вариантах использования. Вот. Но есть еще другая штука, я почему спросил, какие вот способы, знаете ли вы больше двух, да, в обработке ошибок, есть такая штука, как result. Вот. Но это вот немножко от мира ФП, вот как бы есть несчастные, так сказать, зашибленные девственники, которые используют исключения и no-pointer exception, а есть гигачады, которые преисполнились функциональным программированием, и у них как бы все на функциях, у них там монады, в общем, инфункторы, вот эта вся сложная штука, и у них как бы типа все замечательно, вот они такие крутые, а вот у нас все как-то грустно и плохо. Вот. И обычно, когда кто-то где-то открывает рот и говорит слово «монады», да, всем становится больно как-то в мозг, и вот вы, наверное, где-то вот здесь обычно, вот там «mind, brain, hearts». Вот. Если кто-то читает ФП-шку, начинает преисполняться, он, наверное, где-то вот здесь вот, потом он уходит там в категорию, господи, это в теорию категории, в общем, там большие талмуды. Обычно это ребята, которые сидят в Твиттере в розовых носочках и пишут на Расте и Хаскеле. Ну, опять же, кто в теме, тот в теме. Вот. Но мы сегодня про это не будем, если что, мы рассмотрим штуку чуть-чуть попроще. Нам вот это сложно не надо, особенно в питоне. Вот. Мы рассмотрим, скажем так, более упрощенную версию, не как монада, который какой-то там объект, который что-то умеет делать, что-то хитро там выкручено. Мы рассмотрим это просто как структурку. Просто какой-то очень тупой объект, который просто хранит в себе данные. Вот, то есть это какой-то контейнер, и мы туда засунем либо результат успешный, либо ошибку. Вот, и мы будем эту штуку возвращать из функции. То есть мы что-то вызываем, и вместо исключений или готового результата мы будем получать вот эту структурку. Вот, собственно, давайте рассмотрим, опять же, сначала какой-то классический пример кода на питоне, как с исключениями это выглядит. Вот, допустим, у нас есть какой-то платеж, да, нам нужно, у нас сервис какого-то биллинга, мы хотим что-то туда денежку перевести, но у нас бизнес-требования, нам нужно, вот какая бы ошибка ни произошла, нам нужно базу сохранить, то есть залогировать, сохранить базу и сделать ретрай при определенных сценариях ошибки, в общем, ну, куча всякого разного. Ошибка может быть банальная, как какой-то сетевой запрос где-то не дошел, так и мы могли в коде там какую-нибудь запятую не так поставить, выкатить на прод, потому что там где-то какой сценарий не протестили, ну, в общем, ну, еще всякое разное бывает. Вот, нам нужно по-любому ее сохранить. Как мы это делаем с исключениями? Ну, базовый exception, по сути, да, вот такой стандартный, и погнали. Вот, если нет, то проводим платеж дальше, как будто все ок. И здесь еще, ладно, здесь просто один базовый. Но если нужно будет сделать несколько обработок разных сценариев, разных ошибок, то вот эта штука будет расти. И получается тоже не очень удобно, ты читаешь код, и как бы у тебя вроде бы успешный сценарий, да, а потом куча каких-то ошибок, и где-то потом после них снова успешный сценарий. Ну, как-то опять же разрыв какой-то, не очень удобно. Вот. Ну и самое неприятное, то что можно тупо забыть написать эту обработку, на самом деле, try except. Такое бывает, к сожалению. Да, нужно вот опять же этот базовый exception тогда ловить, писать тоже, как бы задал бы вы, линтер ругается, новые люди в проект приходят, говорят, чуваки, что вы за говно понаписали, это вообще-то антипаттерн, так делать нельзя, мы такие, братан, ты не понимаешь, подожди, сейчас все объясню, в общем, ну и так далее. Так, кстати, пожалуйста. Вот. Вариант как бы альтернативный. А давайте будем явно возвращать. Вот есть как бы имплицитное, есть эксплицитное. Да? Вот это типа вот такое явное, да, что мы не будем рейзить, мы будем вот как таким тапом возвращать, типа успешный результат, и вторым элементом, значит, ошибка. И вот будем ифом проверять, там, если есть ошибка или там, если есть успешный результат, то вот что-то в зависимости от этого делать. Ну и, соответственно, если нам надо какие-то разные ошибки обработать, будем делать это через instance. И с одной стороны, вроде бы явно, но, блин, многословно. Ну как-то вот, ну согласитесь, еще хуже получилось, да? Хотя, казалось бы, ну и как-то голландом попахивает, ну вот что-то как-то вот, ну вот прям руки помыть хочется. Вот. И вот как бы, знаете, есть вот Дарвин, да, вот у него есть вот эволюция, вот было когда-то у нас машинное, да, вот это вот на кодах, там ассемблер, у нас потом процедурное было программирование, там люди от GoTo отказываются, это все. Вот. Ну и в какой-то момент венец эволюции дошел до того, что появилось функциональное программирование, опять же, да, и как-то выглядит в нормальном языке на функциональном программировании. Вот мой любимый эликсирчик, как вы могли догадаться, у него очень, как бы, на первый взгляд может показаться дико или странно, но здесь, на самом деле, очень все просто и очень лаконично. То есть у нас есть какая-то основная, ну вот сама функция, вот это ее основное тело, это вот блоки with. Вот как раз где, получается, вот fetch и concancel. То есть вот это вот, скажем так, некоторые такие проверки. Ну, даже не то, что проверки, просто какие-то функции, которые мы хотим выполнить одна с другой, но там может что-то пойти не так. И если с ними все ок, там все хорошо исполняется, мы переходим вот это тело, которое вот над Elsом делает такие, типа, пайпы. Да, вот эти стрелочки, что это пайпы называется, функциональное программирование.
Так, ничего, а потом на автопате объясню, не переживай. Короче, вам это пока знать рано просто, это было не на ту аудиторию рассчитано. Вот. Но здесь, короче, в чем фишка? То, что у вас есть как бы код, который надо выполнить, с ним что-то может пойти не так. Потом после него есть блок код, который запускается, если все ок. То есть вы читаете, когда этот код, вы читаете его как бизнес, какой-то сценарий, и вы понимаете весь флоу, как все происходит. То, что мне нужно проверить раз, два, три, если все окей, выполнить раз, два, три. Да? И при этом, если что-то идет не так, то мы переходим вот сюда в блок else, и там уже обработка ошибок. И она, примерно как с исключениями, явно описана, то, что вот есть какие-то определенные их названия, если что, вот эти вот штуки двоеточие, это называется атомы. Это типа константы, но немножко другое. Вот. В питоне такого и близко нет, это только, если, наверное, строками как-то делать, либо и нами. Но, опять же, не суть. Вот. То есть идея в том, что делится, да, на определенный такой флоу, и это все более-менее явно, и вы не разрываетесь между тем, что у вас сначала сценарий, потом что-то где-то обработка ошибок, какие могут быть, а там еще что-то, ой, блин, а потом снова где-то, ну, валидный сценарий. То есть хочется прочитать сначала нормально весь флоу, а потом, если надо, посмотреть ошибки. И давайте попробуем пересесть на питон, ну, как-то, чтобы было более-менее нормально, да. Мы сначала подготовим нашу эту результатную штучку, структурку. Есть на самом деле полезный строчек вот до dev post init, на самом деле. Вот это все остальное, это просто вот хелперы на валидацию, и чтобы удобнее было создавать вариант, когда все окей, когда ошибка. Опять же, можно особо не всматриваться, презентация будет, как бы спокойно код посмотрите. Есть основная идея, то, что у нас это все так же generic, у него два каких-то элемента, которые там под исключение, и под сам результат, который успешный. Вот. И вот так вот красиво с матч-кейс мы можем это потом написать. Вот кто, если что, не знал, матч-кейс ради этого добавили. Там что-то много примеров про какие-то игры, какие-то состояния. На самом деле это все бред, это чтобы, ну, никто не подозревал, что на самом деле для ФБшника завезли. Вот. То есть питон просто потихонечку, он стремится к эликсиру. Вот асинкайо, типы, матч-кейс, да, там выпиливание гила, саб-интерпретаторы. На самом деле это все просто потихоньку люди в эликсир превращают, но как бы необделенные умы и те, кто не шарят, они просто не знают. Вот, вы теперь знаете, вы теперь умные. Вот. И смотрите, что прикольно получается. У нас есть, да, ну, опять же, вот наш результат, там вот это именно результат-структурка. И мы через кейсы смотрим, то, что если все окей, да, опять же, у нас флоу читается подряд, мы читаем успешный сценарий, валидный, мы в него можем провалиться, как бы у нас мозг не больно. И уже потом всякие какие-то ошибки. И мы хотим какие-то определенные обработать, хотим там базовые, да, где-то в конце. То есть у нас вроде бы остается такая конструкция немножко try-accept, но при этом она не разрывается, она не скачет как какой-то go-to-оператор, оно все идет подряд ровненько. И кода в целом не то, что много получается, очень красиво. Ну, по крайней мере, на мой субъективный взгляд, красиво. Ну, я-то на ФП писал. Вот. Собственно, что тут можно сказать? То, что структура, она заставляет разработчика подстраиваться, она заставляет обрабатывать ошибки. Вы, конечно, можете написать документацию, там слово типа «надо делать вот так», но это не будет работать. Если вы хотите, чтобы что-то работало, сделайте структуру так, чтобы невозможно было сделать иначе. Тогда все будет окей. То, что можно указывать какие-то ошибки, на самом деле, через типы. Люди очень боятся, особенно опциональности, вот это вот none и прочее, но не надо. Потому что, опять же, типизация питона понимает, когда у вас будет none. Вы можете его поставить, и такой человек понимает, что, ага, в принципе, это будет валидный сценарий, если объекта нет, он придет none. Типа, все окей, это легально совершенно. Вот. Ну и то, что благодаря матч-кейс можно делать такие прикольные конструкции, как бы делать их больше, изучать ИФП, в общем, ну вы поняли. Вот. Ну и когда это использовать, когда нужно, вот, допустим, безопасно обрабатывать ошибки, да, то есть когда вы прекрасно знаете, что вам нужно делать, и вот это для вас все кажется верхэдом, ну, естественно, не надо. Но когда вы понимаете, что у вас вот эта вот портянка, она из раза в раз повторяется, у вас много где начинается вот это вот accept, exception и так далее, ну, наверное, стоит задуматься. Вообще, на самом деле, есть разные библиотечки на счет, я их тут просто не указывал, есть классный, скажем так, ну, не репозиторий, группа на GitHub DryPython и комьюнити DryPython, вот, там есть библиотечка Returns, например, вот она вот это все умеет, там более сложные штуки, там более тесно это все и хорошо работать с MyPy. Вот это такой пример на коленке, если вот вы хотите просто поиграться, тащить проект без какой-то зависимости. Ну а так вообще советую посмотреть как раз Returns. Так, переключайся, пожалуйста. Во. Так, ну и почти, я почти заканчиваю, я понимаю, что уже устали. Вот, тоже немало такая хлеварная тема, это репозитории. Вот. Обычно как есть, то что вот люди, кто читают там статьи, они такие, ну репозиторий это вообще-то как бы in-memory-like структура, она должна, значит, как бы быть такой типа абстракцией, проксией над базой, и нам как бы не надо понимать, то, что там есть какая-то база, мы должны думать, будто мы со списком работаем. Вот. Обычно такие штуки называются, собственно, generic репозиторий, там тупо CRUD-методы, то есть там создать, удалить, добавить и так далее, работая с какой-то одной моделью, то есть одним вот этой сущностью, entity, там одним классом. Вот, ну, как сказал, да, маскируется под WebMemory, и люди обычно считают, что это вот прям вот канон, это вот надо только так, все остальное это богохульство, и вообще так делать не надо.
Вот. Но у людей, как бы, кто новенький приходит, у них возникает много вопросов, и они начинают такие, а что делать со сложными запросами? Ну вот когда у нас там несколько сущностей оперируется, и надо как-то их агрегировать. А что делать, когда вот у нас там RM-модели, мы можем их использовать в этом репозитории? Или нам нужно каждый раз мапперы писать, и это вот одно в другое тасовать туда-сюда? Как бы, ну, тоже не очень круто, не очень удобно. А нужно ли как бы вот всегда маппить на какие-то там DTO-шки или отдельные сущности? Как это вообще должно происходить? Вот. И вот мне очень понравился в одном из чатиков вот комментарий некоторого Александра, который сказал, ребята, прекратите делать generic репозиторий. И, в принципе, я с ним согласен, это реально, ну, бесполезная тема. То есть люди упарываются, начинают такие, мы тут за раз его чистоту кода, короче, мы поэтому будем прям слои четко разделять, все абстрагировать, все мапить, а потом к ним продакт приходит, ребята, какого хрена вы делаете фичу 3 месяца? Такие, ну ты не понимаешь, у нас чистая архитектура, нам тут сейчас надо эту логику растасовать, тесты написать туда-сюда. При этом другие ребята, которые используют вроде бы то же самое DDD чистую архитектуру, делают это там за 3 дня, например, да? Вот, и код у них нормально читается и поддерживается. Вот. Ну, в принципе, туда же рядом, холиварная тема про транзакции, тоже как бы по классике, обычно все говорят, есть unit of work. Типа такая штука, которая вот то, что репозиторий, он, значит, про транзакции не должен ничего знать, он вот просто вот типа in-memory-like структуры и как-то потом данные заносит. А для транзакции надо отдельный класс использовать, его поверх репозитория, не там как бы мы с Тамарой ходим парой, вот это вот все. И с одной стороны, вроде бы, да, это как бы классика, это норм и так далее, но с другой стороны, ничего не мешает сделать вот такую штуку, это будет тоже работать. Вот. То есть на самом деле, вот когда люди говорят, то, что мы вообще-то тут хотим скрыть наличие транзакций, потому что это термин BD, время? А там еще. Ну, я почти чуть-чуть. Вот. И, короче говоря, можно делать тоже, опять же, проще, то есть не надо пытаться все это типа скрыть. На самом деле в сложных проектах это никогда не работает. У вас все равно и так все будут знать, то, что там какая-то определенная БД с какими-то транзакциями или там отсутствием и так далее. Ну, это тоже просто пример кодной алхимии, как это может выглядеть. То есть то, что у вас называется транзакцией и вот так вот называется, это вообще не страшно. Это в итоге явно, это используется не только даже в Python, на самом деле, в том же Elixir есть пример библиотечки Necto, там вот так, это используется там свой такой аналог алхимии, скажем так. Вот. И это очень удобно, и даже с несколькими репозиториями такое можно, в принципе, юзать. Вот. Ну и тоже, да, давайте сейчас это галопом по Европам. Сложные запросы. Вот бывает такая вот у вас, короче, кокозябра, которая на экран не помещается, вы такие, господи, что тебе так жбыхнул, кто тебе написал уже вообще? А там 10 человек что-то делали, и тебе надо туда одну какую-то фичу добавить, join какой-то маленький, или там сортировка. Господи, куда? За что? А если там что-то не так работает, а как это сделать там? А что мне из этого нужно? Вот можно делать вот так. Опять же, если вы белый человек, у вас есть алхимия в проекте, вот, если нет, обязательно завезите, да, на сложные, опять же, проекты. Вот, можно это все разбивать. То есть есть билдеры запросов на SQL, не надо пытаться конкретировать голые SQL-строки, есть как бы уже готовые решения, просто разбивать технологические какие-то компоненты, и код становится гораздо читаемее, он даже понятен тестировщику, продукту, вы просто садитесь вместе, разбираете, такой, слушай, нам тут вот есть похожий функционал, надо вот просто, ну, без этого и без этого. Он такой, а, ну хорошо, значит, там вот эти вот там методы не нужны, мы оставляем только там фильтрацию по языку, там, по модерации, там потянуть надо профиль еще юзера и вот и сортировку докинуть, там и пагинацию, например, и все ок. Ну, то есть, опять же, вот здесь некоторая такая абстракция, казалось бы, над уже какой-то низкоуровневой логикой, да, но у вас это вот низкоуровневая логика превращается в такое некое подобие бизнес-логики. И это очень прикольно, очень удобно. Но опять же, да, быстро про итогу. Не надо стремиться делать универсальные классы, типа generic репозиториев. Опять же, в готовых библиотеках это все есть. Даже сессия алхимии это все прекрасно умеет. У нее есть готовые методы. Не надо писать как бы велосипеды. Вот. Не пишите код про запас, ну да, собственно, про это. Абстрагирование иногда слишком дорого стоит. Вот эта вот попытка, что типа нет, там нету базы, можем это заменить на файлик по чистому коду, как говорит Мартин. Никто не заменяет на файлики, никто так не делает. Всем пофигу. Все используют базы, все используют какие-то плюшки определенных баз, и это никак не скрыть. Вот. Ну, спойлер, там вообще можно даже дальше уйти в CQS, но это тема отдельного доклада. Вот. Ну и, собственно, когда это использовать, когда вы стали от Django RM запросов. Когда у вас там что-то в шаблонах начинает гулять, какие-то сетевые запросы, бизнес-логики и так далее, там, где оно быть не должно. И я, на самом деле, не помню, что у меня там еще могло остаться. Кажется, ну да, собственно, вот на этом все. Да, ну и прям такие финальные выводы, то что на самом деле маленькие изменения, они могут повлиять на проект гораздо сильнее, чем вам кажется. То есть вроде бы фигня фигней, но когда вы чуть-чуть вот этого делаете, оно начинает разрастаться по проекту, и люди начинают код писать иначе, они мыслить начинают иначе. И это влияет вообще в целом на все. Старайтесь сделать так, что код вас проверял. Не вы должны помнить, где if поставить и try except, а чтобы код вас бил за это по рукам и сказал, братан, ты тут как бы забыл что-то сделать, давай, пожалуйста, исправь. Вот. Ну и, конечно же, смотрите другие языки, фреймворки, перенимайте опыт разработчиков, читайте обязательно первоисточники, не вот эти вот подделки, какие-то там, да, самоделки на гитхабе, статьи мамкиных разработчиков, то, что я знаю, как варить DDD, типа, слушайте меня, у него там полная фигня. Берите оригинальную книгу, разбирайтесь, вот то, что вот, создатель, да, какой-то концепции, опять же, да, подхода фреймворка, вот читайте то, что он пишет, а не там каких-то пересказчиков.
А вот. Ну и последняя мысль, ДДД это для сложных проектов. Если у вас простой, вам будет еще хуже. Если у вас сложно, в непонятном, вы ничего не понимаете, вот тогда можно брать ДДД, он поможет управлять сложностью. Легче не будет, но хотя бы будет управляемо. Вот. Ну и если что, мне можно писать телегу, без проблем отвечу. Есть бложек, на который можно подписаться, там новости про всякие митапы, конференции, какие-то новости по питончику. Вот. У нас сколько на вопрос осталось? Очень мало. Ну, если что, можно сюда подойти после, не парьтесь. Сейчас скажу спасибо, давайте. Паша, насколько это все медленнее работает и больше памяти занимает? Ты на питоне пишешь, куда тебе про скорости памяти? Ну, согласен. Если нужна память, C++, как бы, и поехали. Спасибо. Ну, на самом деле, там, окей, нормально отвечу. Бывают моменты, когда, допустим, есть куча связанных объектов, и там, если прям много их, какое-то дерево, там можно улететь по перформансу, надо разбивать более гранулярно. Вот мы с такой проблемой столкнулись, когда как раз стало уже там по 10 где-то зависимости у класса, и когда ты в фастапе, например, депенсит собираешь, это начинает жрать перформанс, да. Вот. И, допустим, с Money там бывает тоже такая фигня, если где-то много из инстансов, и ты много раз это, соответственно, валидируешь, тоже можешь немножко жрать цепушечку, там можно это обходить, делать какой-то свой, скажем так, атрибут и проверять не по instance, а по своему атрибуту. То есть ты как будешь знать, что как именно вот этот класс должен себя определять. Ну, это если вот прям очень коротко. Можем потом поговорить детальнее. Здравствуйте, спасибо за доклад. И вопрос такой. Вы предлагаете оставлять, ну, возвращать NaN из различных... Если это валидный сценарий. То есть если у тебя действительно этой сущности может не быть, то NaN вернуть нормально. Это не богохульство, это не грешно, ты в отзад не попадешь, как бы тебя не будут ругать. Ну, нормально. Просто люди. Это ж подлянка другим разработчикам и плюс методах опасно. Нет. Ну, я же тебе вот привел пример, когда это подлянка. Вот ты вызываешь код, а там, оказывается, исключение где-то под капотом. Чем не подлянка? А я думал, что там все окей. Ты же написал, я тебе верю, ты же нормальный код написал. А ты мне вот такой вот подсунул. Ну, как-то нехорошо. Мне теперь с тебя приходится обработчики поверх писать твоего кода или его редачить. Тогда зачем добавлять NaN? Вот, чтобы это не писать, чтобы я посмотрел по типу, мне MyPy сказал, что я дурачок, и там может быть NaN, и я это обработал. Здравствуйте, спасибо за классную презентацию молодежную. Вначале было много слайдов про то, как амбициозно вставляют DDD, ну и используют. О, а потом... Очень амбициозно и очень не туда вставляют. Да. А потом была фраза про то, что здесь много студентов. И вот вопрос к вам, какую литературу и материалы вы бы посоветовали? И какие альтернативы, там был слайд с лестницей такой, какую альтернативу вы могли бы посоветовать, ну, тем, кто начинает, если не ДДД? Короче, про литературу. Ну, лучше, конечно, начать с Мартина. Это просто проще всего. У него классические три книги, да, там то, что про программиста, про чистую архитектуру, чистый код. То есть чистый код, архитектура, там, программист, прагматик или, ну, это, может, даже не его, уже не помню. А дальше можно там углубиться, вот. Ну, короче, можно попытаться начать читать Эванса, но это смерть. Вот там есть классическая, называется синяя книга, красная и зеленая. Зеленая там вообще очень вода водой, но, в принципе, можно попробовать начать. Красная более-менее норм для разработчиков, там это как бы уже другой чел написал после синей, и там как бы для... Ну, как бы для программистов на понятном языке. Синяя, вот Эванс, на первый источник, оно скорее больше какое-то академическое. Там, ну, реально больно. Я читал, мне не понравилось. Ты только в конце понимаешь, о чем вообще все говорится. Лучше читать в конце. Вот. Можно читать, естественно, там, блоги определенных людей. Есть, например, Владимир Холиков, у него офигенно ДД разбирается. Есть в телеге чатик DD Devotion. Там много народ как раз обсуждает про ДД и свет литературу. Если что, у меня даже где-то был пост про литературу, как бы, в принципе, читать разработчику. Там про архитектуру, как идти. Ну, там такой, типа, скрин, который везде гуляет, скажем так. Ну а дальше можно уйти там кабанчика почитать, это высокогрузное приложение. Что еще? Про микросервисы сейчас, наверное, точно не вспомню, как называется. Кажется, от монолита к микросервисам. Там тоже немного DD затрагивается. Ну, в целом, про логику разделения. Ну, всякое такое. Ну, тут, опять же, список можно большой приводить, но самое основное, просто начать с Мартина, немножко похлеварить то, что где он прав, где не прав, потом попробовать DDD, когда становится просто интересно или сложно проект, и там уже тихонько, ну, или параллельно совмещать с какой-то технической штукой, то есть про, там, опять же, про базы, про сервисы, про сеть, чтобы не быть просто академиком, а быть все-таки разработчиком. Спасибо. Спасибо за доклад. Вы упомянули, что презентацию куда-то скинете. Куда вы скинете ее? Ну, вот канал видишь? А, отлично. Лайк, подписка, колокольчик, короче, вот это все. Там. На GitHub можно. Ну, на GitHub это бесполезно, я там ничего не делаю. Но тоже можно. Доброго дня. Вопрос. Был слайд про деньги. Вопрос такой. Зачем использовать дробные рубли, если можно использовать целые копейки?
Как человек, который работал с таким кодом на перле, и потом переводил округление, где каждый раз тебе вызывается 0,5 и поделить на 100, говорю, что это очень неудобно. Особенно, когда тебе нужно это поддерживать одновременно со старым перлом, другим монолитом. Вот, там есть клиенты, которые в нем ходят, а которые в твоей API на питоне. И это не работает одинаково. Это очень больно. Ну, в базе это имеет смысл хранить целыми, да. Но в самом коде потом это достаточно неудобно обрабатывать, потому что ты начинаешь путаться, если вдруг кто-то начинает где-то использовать копейки, а кто-то использует это как целые. И ты сидишь и думаешь, блин, а тут надо кастовать еще раз или нет? Тут надо делить на 100 или нет? И у тебя может быть 100 рублей, а может получиться там 0,1 копейка, типа, ну, как-то не круто. Ну, а если... Но опять же, умные люди придумали Decimal для этого, как бери, используй. Ну, ты вот показывал как раз проблему Decimal, то, что там появляется куча... чисел. Ну, тоже проблема флоу-то. Но в целом, если не используешь флоу, то этого не будет. Спасибо за доклад. Почему связка Python и Elixir, а не Python и Ruby или Python и Node.js какой-нибудь? Ну, смотри, Elixir — это как раз связка Erlang и Ruby, поэтому зачем Ruby, когда есть Elixir? Так, и как ты еще второй назвал? Node.js. Ну, это JS, ну, чел. Тут даже комментировать не надо, ну, как бы. Ты бы еще Go назвал. Что, давайте поаплодируем еще раз Николаевичу.